may be seated. Христос воскрес. Christ has risen. Amen. Христос воскрес. Christ has risen. Христос воскрес. Christ has risen. Скажи и я. And say, and I. Я тоже воскрес. I also resurrected. Скажи, я воскрес. Say the words, I resurrected. Для новой жизни. Into a new life. Аминь. Amen. Поэтому я так рад, что, знаете, вот во Христе Иисусе. And so I'm glad that in Christ Jesus. У нас есть новая возможность. We have a new opportunity. И что это за возможность? And what is this opportunity? Жить новой жизнью. To live a new life. Аминь. Amen. Знаете, та жизнь, которую Бог приготовил для нас, the life that God prepared for us, братья, сестры, brothers and sisters. Аминь. Amen. У нас сегодня такое будет особенное служение. Today we have a special service. Каждое первое воскресенье месяца мы принимаем святое причастие. Every first Sunday of the month we take Holy Communion. И каждый раз, когда мы принимаем причастие, мы должны размышлять. And every time we take communion, we have to think. Размышлять о своей жизни. Think about our life. Размышлять о нашем хождении с Богом. Think about our walk with God. Библия говорит исследовать себя. The Bible says that we have to evaluate ourselves. Если есть что-то в нашем сердце, мы исповедуемся перед Богом. If there's something in our heart, we confess to God. Да, и мы всегда думаем. And we always think. И апостол Павел, он призывал церковь и говорил о том, чтобы вы размышляли об And этом. Apostle Paul calls on the church to evaluate themselves. Потому что, он говорит, для многих причастие, оно не приносит никакого результата. He says, because for a lot of people, communion doesn't bring any Потому что они не размышляют о том, что они делают. Because they don't think about what they're doing. Поэтому сегодня мы будем размышлять, думать. And so today we're going to think about this, evaluate ourselves. И, знаете, у нас тема месяца называется так. The theme of our month is called Бога Отца. The love of God the Father. И весь месяц мы будем говорить о Божьей любви. The entire month we're going to speak about the love of God. И это очень важная тема. And it's a very important subject. Потому что от понимания любви Божьей, because understanding the love of God, вообще зависит вся наша жизнь. Our entire life is determined on this. Вот наше откровение о Боге, оно влияет на наши отношения с Богом. Our revelation of God, it determines on our relationship. А наши отношения с Богом and our relationship with God влияют на наши отношения с людьми. Has an impact on our relationship with people. И наше понимание любви Божьей к нам and our understanding of the love of God to us влияет на то, как мы будем любить Его. Has an influence on how we're gonna love Him. Как мы будем любить самих себя. On how we're gonna love ourselves. И как мы будем любить других. And how we're gonna love others. Потому что первая заповедь, она какая? Because what is the first commandment? Возлюби Бога твоего. Love your God. Повернитесь друг к другу, скажи, возлюби Бога Look твоего. Look to one another and say, love your God. И вторая подобная ей. And the second one is like it. Возлюби ближнего твоего. Love your neighbor. Как самого себя. As you love yourself. Послушайте, все взаимосвязано. Everything is connected. И знаете, вот наша любовь к Богу углубляется, когда мы понимаем. Our love of God, it is deepened when we understand. Что Он первый так сильно возлюбил нас. That He first of all loved us so much. И мы поэтому учимся любить не просто Бога. And this is why we learn to love not just God. Мы также учимся любить самих себя. We also learn to love ourselves. Потому что если мы не любим себя, как мы можем любить других? Because if we don't love ourselves, how can we love others? Кто понимает это? Who understands this? И знаете, вот когда мы понимаем, что мы ценны в глазах Бога, when we understand that God values us, мы будем ценить самих себя. We're gonna value ourselves. Почему люди не ценят свою жизнь? Why don't people value their lives? Потому что они до конца не понимают, что они ценны в глазах Бога. Because they don't fully understand that they're valuable in the eyes of God. Поэтому, когда мы ценим себя, and so when we value ourselves, когда мы ценим наши взаимоотношения с Богом, when we value our relationship мы можем with God, ценить людей, которые нас окружают. We can value the people that surround us. Мы можем ценить и любить наши семьи, наших детей. We can value and love our children.
children, our families. Аминь. Amen. И знаете, мы будем много говорить в этом месяце о Божьей любви. And this month we're going to speak a lot about the love of God. И знаете, вот как мы относимся к другим? And what is our attitude towards others? Как мы относимся к другим? Очень часто так же, как мы относимся к самим себе. The same way that our attitude is towards us. Поэтому очень важно сегодня, знаете, вот погрузиться также в откровение и Божьей любви. And so it's important to understand and have a revelation. И что мешает нам переживать Божью любовь? And what gets in the way of us experiencing God? Мы сегодня об этом и будем говорить. That's what we're going to speak about. И помните, Иисус, он всегда молился, и он учил своих учеников, говоря: молитесь же так. Jesus always taught his disciples, if you remember, and he said, when you pray, pray like this. Как он говорил? Отец наш небесный. He said, our Father in heaven. Отче наш. Our Father. Помните, то есть он говорит: молитесь так. He says, pray like this. Мы видим, что Иисус очень часто называет Бога своим отцом. Very often Jesus called God his father. И религиозные люди того времени, как фарисеи, книжники, and religious people of that time, like the Gentiles, они возмущались от того, что он называет Бога своим отцом. They were getting upset that he called God his father. Потому что они понимали, что когда ты называешь Бога отцом, ты приравниваешь себя к нему. Because they understood when you call God your father, it means you're equal, you're making yourself equal. Они даже говорили, как он делает себя равным Богу. And they even said, how does he make himself equal to God? Потому что они понимали, что такое сыновство. Because they understood what sonship was. Они понимали, что значит быть сыном Божьим. They understood what it meant to be the son of God. Это значит быть таким, как Бог. It means to be like God. Иоанна 4:8. 1 Иоанна 4:8. First John 4:8. Написано: Бог есть любовь. It says that God is love. Скажи: Бог есть любовь. Say the word, God is love. И мы можем сделать вывод, and we can come to a conclusion, что наш Отец Бог, он есть любовь. That our God, the Father, is love. Скажите друг другу: Бог любит тебя. Look to one another and say, God loves you. Он есть любовь. He is love. Он не такой, знаете, отец, который смотрит на тебя с таким всегда взглядом осуждения. He's not a father that looks at you with judgment always. Знаете, такой у него брови, как у Брежнева. He looks at you with такой, his eyebrows, это, all serious. Брежнев, да, такой, он все время такой хмурый. He's very serious. Это мы, как люди, можем быть такими. Us as people, we're like that. Но Бог, он не такой. But God is not so. Бог любит нас. God loves us. И у него добрый взгляд по отношению к нам. And he has a good outlook towards Кто понимает, о чем who я говорю? What I'm saying. И знаете, вот невозможно отделить Бога и любовь, вот разделить эти понятия. You cannot divide God or separate him from love. Это что-то одно. God and love is one. Скажи аминь. Say amen. И первое, о чем я хочу говорить, say, Бог есть любовь и взаимоотношения. Вот знаете, вот Бог есть любовь. God is love. Но что это за любовь? But what is this love? В чем она выражается? How is it expressed? В том, что Бог хочет иметь взаимоотношения с нами. In the fact that God wants to have a relationship with us. Кто понимает это? Нельзя отделить взаимоотношения от любви. You cannot separate relationship from love. Ты не можешь это разделить. You cannot separate the two. Потому что взаимоотношения, близость, это некий такой термометр любви. Because relationship and closeness, it's like a thermometer of love. Ты не можешь сказать: о, я люблю своего мужа. You cannot say, I love my husband. Но у тебя отношения с ним как у айсберга. But your relationship with him is like an iceberg. То есть ты такой холодный. It's cold. У тебя каменное лицо. You have a rock solid Когда face. Ты видишь своего мужа, у тебя сразу брови, как у Брежнева. When you see your husband right away, у тебя такое недовольное лицо. Ты просто face. В ужасе от того, что он рядом. You're shocked at the fact that he's near you. Или наоборот. Or vice versa. Отношения с мужем. Your relationship with your husband. Так или нет? Right or Мы wrong. Не можем это отделить. You cannot
separate these. Любовь — это взаимоотношения, это connection. Love is a connection, a relationship. И главная цель, когда Бог сотворил человека, какая? And God's main goal when He created man was what? Он хотел иметь близость с творением. He wanted to be close with the creation. Он не творил роботов. He didn't make robots. Кто понимает? Who understand? Он не хотел отношений. Пойди, и ты пошел. He didn't. He wanted a relationship. He didn't Он say, не сотворил куклу, с которой ему по кайфу играться. He didn't make a doll that he could play with. Он сотворил живого человека по своему образу и he подобию. Made a living person in his image and likeness. Он хотел иметь близость и отношения с себе подобными. He wanted to have a closeness and a relationship with someone Это like him. Это самое важное, что искал Бог в человеке. This was the most important thing that God seeked in a person. Sought in a person. Он сотворил его в любви. He created him in love. Он сотворил его из любви. He created him out of love. Кто понимает? Who understands И его цель — это иметь близость со своими детьми. And his goal is to have a closeness with это his children. Это его главное желание. That's друзья. His biggest desire. И знаете, это важно понимать. Давайте мы откроем с вами Иоанна 17:24. Let's open up to John 17:24. Я немножко вперед забежал, но мы прочитаем это место. We're gonna read this place. И здесь написано: «Отче, желаю, чтобы и те, которых Ты дал мне, были со мной, и где я, чтобы и они увидели славу мою, которую Ты дал мне, ибо Ты возлюбил меня прежде создания мира». Father, I desire that they also, whom You gave me, may be with me where I am. That they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Аминь. Amen. Посмотрите, Бог уже проявлял любовь и гармонию к Иисусу. God already showed love and когда harmony еще ничего не было. Towards Jesus before there was anything made. Мы видим, что любовь и взаимоотношения, гармония уже существовали. We see love, relationship, harmony was already in effect. Прежде нежели земля появилась, звезды. Not before the earth was created, Вселенная. The stars, the universe. Уже это существовало. Love was already in existence. И Иисус, Он говорит, смотрите, в чем была эта любовь. And what was His love in? И Он говорит, во-первых, слава Твоя была на моей жизни. He says, first of all, glory was on my life. Да, Он говорит, и потому что Ты возлюбил меня. He says, because You have loved me. Прежде создания мира. Before the creation of the world. Бог уже проявлял любовь. God already showed His love. Послушай, Бог, Он любит. God loves. И Он также может принимать любовь. And He's also able to receive love. Ты знаешь, что Бог может принимать любовь от тебя Do и меня? Do you know that God can receive love from you and I? Ты знаешь, что Ему приятно, когда мы проявляем к Нему любовь. Do you know it's pleasant to Him when we show Him love? Он сотворил нас по образу и подобию своему. He created us in His image and likeness. Кому приятно, когда Его любят? Who Есть likes, такие люди здесь. Who likes it when they're loved? Тебе приятно, когда к тебе проявляют любовь, друзья? Does it feel good when people show you love, my friends? Аллилуйя. Аминь. Мы любим, когда нас любят. We like it when people нам love нравится, us. Когда к нам тепло относятся. We like it when people have a warm relationship towards Но нам us. Также не нравится, когда нас холодом обливают. But we also don't like it when people are cold toward us. Когда на тебя бакет айс вылили. When people pour out a bucket of ice. И ты в шоке такой. And you're shocked. И кто-то говорит, лед это хорошо. And some say, oh, ice is good for you. Хорошо купаться в холодной воде. It's good to swim in cold water. Да, купаться, но не жить. Yes, to swim in it, it's good, but not to live in it. Аминь. Amen. И поэтому мы также можем любить. And so we also are able to love. И принимать любовь. And to receive love. И отдавать любовь. And to give love. Потому что наш Бог такой. Because our God is this way. Мы принимаем любовь. We accept love. И мы отдаем любовь. And we give it. Мы принимаем ее. We receive it. И мы отдаем. And we give it. И знаете, когда Бог сотворил нас, when God created us, Он сотворил нас в безграничной любви. He created us in an unconditional love. Скажи аминь. Say amen.
И знаете, давайте мы откроем еще одно место, это Ефесянам, первая глава. Ephesians chapter 1. И мы сегодня не будем говорить о полноте, всей полноте Божьей любви. We're not going to talk about the fullness of God's love. Мы будем раскрывать ее с каждой темой. We're going to open it up with every subject, so you understand. И здесь написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением на небесах во Христе». Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Предопределив нас усыновить себе Иисусом Христом по благоволению Своей воли. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Аминь. Amen. И я хочу прочитать вам The Message Bible перевод, 4-5 стих. And I want to read verse 4 and 5, The Message translation. И The Message translation, он говорит такие слова. And The Message says these words. Задолго до того, как он заложил основание земли, long before he laid down the earth's foundation, он имел в виду нас. He had us in mind. Остановился на нас, как на сосредоточии своей любви. Had settled on us as the focus of his love. Чтобы Его любовь сделала нас целостными и святыми. To be made whole and holy by His love. Давным-давно Он решил принять нас в свою семью. Long ago He decided to adopt us into His family. Через Иисуса Христа. Through Jesus Christ. И какое удовольствие Он получил, планируя это. What pleasure He took in planning this. Wow! Wow! Подумайте об этом. Think about that. Представьте, Бог планировал. Can you imagine? God planned. Он получал удовольствие от этого. He had pleasure in это, знаете, doing this. Это вот как, я помню, когда я женился на своей жене. I remember when I married my wife. Я помню, какие были у меня мысли. I remember the thoughts that I had. Здесь есть женатые, замужние. Are there people that are married? Так, вспомни вот эти мысли, да? Remember the thoughts that you had. Слушай, мы проживем с ней долгую, счастливую жизнь. We're gonna live a good, happy life. Мы нарожаем столько детей. We're gonna have many children. Мы будем самые счастливые. We're gonna be the happiest. Мы будем любить друг друга до гроба. We're gonna love one another till death. Кто? Да, вот. Какое удовольствие мы предвкушали! What a pleasure we were experiencing. Ведь то же самое переживал Бог, когда нас the творил. Same thing God was experiencing ведь when Он he нас created творил, us. И Он видел, что Он будет общаться с нами. He was creating us and he saw that he would be in a он relationship. Будет переживать эту обратную связь. That he's gonna receive this connection back at him. Он мечтал об этом. And he was dreaming about this. Аминь. Amen. Любовь была еще до творения каждому из нас. And love was before creation towards all of us. Он уже нас любил. He already loved us. Володь, уже любил тебя. He already loved you, Vlad. Уже любил всех he нас. He already loved all of все us. Все свое творение. His entire creation. Но разве это не потрясающе? Isn't that amazing? Аминь. Amen. Но как мы отвечаем на эту любовь? But how do we answer to this love? Вот в чем вопрос. That's the question. И мы помним, да, как на эту любовь ответил Адам. And we remember how Adam answered to this love. И мы помним весь этот бунт, который он проявил по отношению к Богу. Remember his rebellion that he had towards this. Мы помним, как он отверг, да, вот ту волю о себе. We remember how he rejected the will. Потом пришли проблемы. And then problems came. И, знаете, вот о чем я хотел сегодня поговорить. And what I wanted to speak about today.
Почему иногда наше отношение к Богу, оно неправильно? Why is our relationship towards God sometimes wrong? Почему люди не могут до конца пережить Божью любовь? Why can't people experience fully the love of God? Что толкает людей отворачиваться от Бога? What pushes people to turn away from God? Ведь мы же понимаем, что Бог нас любит. We understand that God loves us. И знаете, вот, ну что, вот что в нас может быть такое, что мы отталкиваем But его? What within us makes us push him away? И знаете, это неправильный образ. And it's the wrong image. Это неправильный образ в нашей голове. The wrong image in our heads. Есть что-то, что мы нарисовали у себя вот здесь. There's something that we painted up here. И мы воспринимаем таким образом Бога. And our perception of God is like that. И знаете, вот сегодня Бог хочет нас где-то восстановить. And today God wants to restore us. Поработать с нашим образом. He wants to work with our image. С нашим мышлением, которое у нас тут внутри. With our way of thinking that we have up here. Кто понимает? Who understands? И я буду говорить о шести вещах. I'm going to speak about six things. И первое. And the first one. Первое. Это мышление блудного сына. It's the way of thinking of the prodigal son. И в чем заключалось это мышление? And what was his thinking like? Почему, когда многие люди, мы приходим к Богу, мы до конца не можем принять его любовь? How come when we come to God as people, it's hard for us to receive his love? Помните, когда блудный сын пришел к отцу, какие слова он сказал? Do you remember when the prodigal came to his father, what words did Вернее, he say? О чем он думал, что было в его голове? What was he thinking about? What was in his head? И это мышление сегодня очень многих христиан на земле. And this is the thought process of lots of believers. Помните, он говорил, я приду к отцу и скажу, прости меня, отче. He says, I will come to my father and tell him, forgive me, father. Это классная часть. And that's a good part of it. Мы все должны так приходить к Богу. All of us should come to God like this. И уметь каяться перед Ним. And to learn how to repent before Him. Особенно, когда мы понимаем, что мы сделали что-то неправильно. Especially when we understand that we did something wrong. Потому что мы все, Библия говорит, мы много согрешаем. Because the Bible says all of us have sinned. И знаете, как важно научиться все-таки искренне приходить к Богу и говорить, Отец, прости меня. And so it's important to come to God sincerely and say, Lord, forgive me. Я сегодня так погано поговорил со своей женой, что мне просто стыдно. I spoke to my wife in such a way today that I'm ashamed. Я сегодня так плохо повел себя в отношении с каким-то человеком. I acted in such a bad way towards a person today. И мне больно от этого. And it's painful to me. Или, может быть, ты что-то другое сделал, я не знаю. Or maybe you did something else, I don't know. Но что потом он говорит дальше? But what does he say и after я приду that? И скажу ему, Отец, прости меня. And I will come and say, Father, forgive me. И прими меня. And receive me. Но как? But how? Как прими меня? How, receive и вот здесь how? Кроется проблема. And that is the problem. Он говорит, прими меня в число кого? He says, Receive me as who? Наемников. As one of your hired servants. Почему я чувствую себя наемником в доме Божьем? Why do I feel like a servant in the house of God? Он говорит, потому что я недостоин. He says, because I am not worthy. Называться сыном твоим. To be called your son. Самая первая проблема, почему люди не могут переживать Божьей любви. The first problem why people cannot experience the love of God. Они говорят, я не чувствую себя в церкви хорошо. They say I don't feel good in the church. И на это есть причина. And there's a reason for that. Потому что они чувствуют из-за греха, из-за каких-то вещей, что они недостойны быть сыновьями. Because of their sin, they feel like they're not worthy of being children of God. Кто понимает Who это? Understands Мы недостойны. We feel like we're not worthy. Я не чувствую себя, что я могу снова Богу служить. I don't feel like I can serve God again. Что я могу снова переживать Его любовь. How I can experience His love Потому again. Что вот это чувство вины. Because I have this feeling of guilt. Дьявол играет на этих чувствах. The devil plays with И говорит, Бог не любит and тебя. He says, God doesn't love потому you. Что Он не любит твои поступки. Because He doesn't like your actions.
Но истина в чем? But what is the truth? Бог любит нас. God loves us. Да, Он не согласен с тем, что мы выбираем грех. Yes, he doesn't agree with us choosing sin. Но Он дал нам решение этой проблемы. But he gave us a solution for this problem. Что это за решение? And what is the solution? Это Христос, который умер за грехи наши. It's Christ that died for our sins. И воскрес в оправдание наше. And he resurrected to our justification. И какая теперь наша ответственность? And now what is our responsibility? Поверить в то, что я достоин. To believe in the fact that I'm worthy. Повернитесь друг к другу, скажите, ты достоин Божьей любви. Look to your neighbor and say, you're worthy of God's love. Независимо от того, как глубоко ты можешь упасть. It doesn't matter how far you have fallen. Библия говорит, ни высота, ни глубина. The Bible says not height or depth. Ни широта, ни долгота. Not the width or the length. Не может отделить тебя от любви Божьей. Can separate you from the love of God. Но у меня должно быть правильное понимание. But I have to have the right understanding. Если я каюсь, if I repent, я принимаю Его любовь. I receive His love. Я не чувствую себя больше недостойным. I don't feel like I'm not worthy anymore. Но почему люди иногда чувствуют себя недостойными? Потому что кто-то прививает им стыд. Кто-то всегда об этом напоминает. Да, такое легкое напоминание, чтобы держать тебя в рабстве. Манипулировать тобой. Знаете, иногда... Когда в семье что-то происходит, sometimes when something happens in the family, мужья, жены могут начать манипулировать друг друга. Husbands, wives, they begin to manipulate one another. Аргументировать какими-то прошлыми ошибками. They start to argue with past mistakes. Да ты всегда так поступаешь. They say, oh, you always act this way. Кто понимает? Who understands this? И мы прививаем чувство вины. And we make them feel ashamed. И мы думаем, что Бог такой же. And we think that God's the same. А Бог не такой. But God is not like that. Как Бог встретил, как Отец встретил Сына? How did the Father meet His Son? Он вообще не ожидал. He didn't even Он еще не успел договорить. He didn't even finish речь, his которую Он планировал. The thing that he planned так или to нет? Say, right or wrong. Он не успел ничего сказать. He didn't even have time to say как anything. Отец бросился к Нему на шею. How the Father, hugged him, embraced и написано, him. Начал целовать Его, обнимать And it Его. Says he began to kiss him, hug him. И он, он быстренько принесите Ему лучшую and одежду. He started to speak and he said, bring the finest robe. Одежды чистоты, праведности. The clothes of cleanliness, justification. Ты снова часть моего дома. And you're a part of my home again. Ты всегда и был частью дома. You were always a part of my home. Он говорит, быстренько сандалии ему принесите. He says, hurry up, bring him sandals. Потому что рабы ходят босиком. Because slaves walk barefoot. Он говорит, быстренько перстень ему на руку. He says, hurry up, give him a ring on his finger. И давайте праздник сделаем. And let's throw a party. Посмотрите, как Бог, Он оценивает своих детей. Look at how God evaluates his children. Вот так Бог оценивает каждого тебя. And God evaluates all of us this way. Ты имеешь такую ценность в Его глазах. You have this value in His eyes. Поэтому, когда ты чувствуешь, что ты недостоин, and so when you feel like you're not worthy, посмотри на блудного сына. Look at the prodigal son. И как Бог его встретил. And how God embraced him. Вот так Бог встречает тебя. And this is how God Давай meets подарим you. Ему аплодисменты. Let's give him a round of applause for that. И знаете, Лука 7:47. Luke 7:47. Иисус говорит, что посему говорю вам, прощаются грехи ее многие, ибо она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. И теперь какова моя задача? And now what is my goal? Когда я переживаю милость Божья в своей жизни. When I experience God's mercy in my life, Его любовь, His love, я должен излить эту любовь обратно. I have to pour out this love on others. На Него. On Him.
обратно. Back onto him. Что сделала блудница, которую восстановил Иисус? What did the woman do that God restored? Помните, Иисус сказал: иди, я не осуждаю тебя. Do you remember Jesus says, go, I don't judge you either. Пришел обвинитель и говорит: что нам с ней сделать, Иисус? Библия говорит: побить камнями. The judge came and he says, what do we do, Jesus? We have to stone her. Но Бог, но Иисус посмотрел на них. But Jesus looked at them. И говорит: кто из вас без греха, кинь первый в нее камень. He says, which one of you without sin, throw the first stone. И написано: они все, будучи обличаемы своей совестью. And it says, all of them rebuked by their conscience. Потому что каждый знал за себя. Because all of them knew about themselves. Они стали уходить один за одним. They started to leave one by one. И когда они остались вдвоем, and when they were left alone, Иисус говорит: Jesus где обвинители твои? He says, where are your judge? Where's the people that were judging you? Кто обвиняет тебя? Who's judging you? Никто не обвиняет тебя. Nobody's judging you. И я. And he says, and I don't judge you either. Но иди, but больше не греши. Go and sin no more. И когда прошло какое-то время, and when some time had passed, что сделала эта женщина? What did this woman do? Она взяла алавастровое мира. She took the alabaster jar. Все, что у нее было в жизни. This is everything that she had in her всю life. Свою жизнь. Her entire life. Она излила на ноги. And she poured it out onto the feet of она Jesus. Она взяла этот ойл, помазала его голову. She took the oil, she put it on his head. И тогда Иуда, помните, начал возмущаться. And if you remember Judah, he started to кто понимает это, друзья? Кому много прощено, тот много любит. Whoever is forgiven a lot loves a lot. Когда ты понимаешь, сколько Бог тебе простил, when you understand how much God forgave you, и злей на него свою любовь. Pour out your love onto him. И теперь твоя задача – возлюби Бога твоего. And now your goal is to love your God. Мы не должны быть эгоистами. We shouldn't be self-centered. Кто понимает who understands this? Это? И Бог говорит сегодня блудному сыну, and God says to the prodigal пока son, ты был еще грешником, я уже любил тебя. He says, while you were a sinner, I already loved you. И я отдал своего сына за тебя. And I gave my son for и you. Я сделал тебя достойным. And I allowed you to become worthy. Я сделал тебя пригодным. I allowed you to become good. Дав тебе перстень. You have a ring on your finger. Кто понимает? Who understands? Это Божья любовь. That's God's love. Скажи аминь. Ты достаточно хорош для меня. You are enough for me. Второе. The second thing. Какой есть второй образ мышления? What is the second way of thinking? Это мышление раба. It's the thinking of a slave, a captive. И это такая ментальность. And this is a mentality. Когда люди чувствуют, что они должны заслужить Божью when любовь. People feel that they have to earn God's love. Я должен выслужиться перед Ним, чтобы Бог, вот, Он посмотрел на меня и сказал, вот Он любимый мой сынок. I have to work for Him, so He would look at me and say, oh, that's my beloved son. И многие люди, они живут в рабстве. And lots of people, they live captive. Они думают, like что Бог их любит, потому что. They think that God loves them because. Знаете, есть такая любовь, потому что. Do you know there's a love called because? Есть любовь еще, да, потому что и какая-то еще есть, я забыл. Ну да, вот, ну такой рабская любовь. This ладно. Is a captive love. Потому что. Because. Я люблю тебя, Ваня, потому что ты. I love you, Ivan, because you. Что-то делаешь. Do something. Да, условная любовь. This is a conditional type of love. Это рабская любовь. And this is a captive Бог не ищет себе рабов, друзья. God doesn't look for servants. Он ищет детей. He looks for children. Скажи, я ребенок Божий. Repeat these words, I am a child of God. Аминь. Amen. Мы знаете, раб, он всегда чувствует себя, ну, непригодным до конца. A slave always feels like
непригодное. Not good enough? Да, not good enough. Not good enough. То есть он чувствует, что он не может быть слишком близко с Богом. He feels like he cannot be too close to God. Потому что он не дослужил, не домолился, не дочитал Библию. He didn't work enough, pray enough, read enough. Он не доделал. He didn't do something. И что делают рабы? And what do slaves Они do? Находятся далеко от Отца. They are far from the Father. Когда они молятся, им кажется, что Богу нет дела до них. Pray, like И именно образ мышления рабов мешает принимать нам безусловную любовь Отца. Thinking, это, знаете, это как God. Все время доказывать своей жене, что я ее люблю. Like Слушай, wife, я 20 лет с тобой живу, я люблю тебя. Я делаю все для тебя. Что еще Что мне надо тебе доказывать? What else do I need to prove to you? Знаете, вот я не чувствую, что ты меня любишь. I don't feel like you love me. Слушай, коман, давай не будем играть в эти игры. Let's not play these games. Я тебя люблю. I love you. Давай научимся не быть рабами друг у друга. Let's learn not to be captive. Давай будем любить друг друга, как Бог нас любит. Let's love one another the way that God loves us. Давай не будем делать эту любовь потому что. Let's not do this love because. Just because you're doing good, I love you. Потому что ты делаешь хорошо, я люблю тебя. Римляна 8:15. Romans 8:15. Ибо мы не приняли духа рабства, чтобы снова жить в страхе. Но приняли духа усыновления, которым, как мы взываем, Ава, Отче. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Что такое страх рабства? What is fear and captivity? Это когда мы думаем, что мы не доделали. It's when we think like when we did not do enough. Мы не доделали. We didn't do enough. И нам кажется, что мы боимся прийти к Богу. And we're afraid to come to God. Мы боимся что-то попросить у Него. We're afraid to ask Him something. У нас какой-то свой образ вырисовался. We painted this image. Чем больше я делаю, тем больше Бог меня благословляет. The more that I do, the more God will bless me. А вот я где-то десятину не принес, проклятием я проклят. I didn't bring my tithe, that's it, I'm cursed. И у нас образ такой мышления. And we have this image, this way of thinking. Вот как думают рабы, как думают сыны. And this is how captives think and how sons think. Раб думает, что если я что-то сделал, я получу благословение. A slave thinks if I do something, I'll be blessed. А сыновья так не думают. But sons don't think this way. Сыновья делают с тем, что они любят Бога. Sons do things because they love God. Есть, знаете, есть два мышления, когда люди десятину отдают. There's two ways of thinking when people give tithes. Вот задай себе вопрос, ты отдаешь десятину? Ask yourself the question, do you tithe? Может быть, ты вообще ее не отдаешь. Maybe you don't tithe at all. Это твои проблемы, не мои. That's your problems, not mine. Но есть два варианта, как я это делаю. But there's two options of how I do this. Я делаю это по закону. I do this by law. Потому что Библия говорит. Because the Bible says. И как думают рабы? Не отдам, буду проклят. And how do slaves think? If I don't give it, I'm cursed. Небо будет закрыто. The heavens will be closed. Такое ощущение, что жертва Иисуса уже не работает. It's like the sacrifice of Jesus doesn't work. И это мышление раба. And that's the way of thinking of a slave. Это мышление раба, который живет в страхе перед Богом. A slave that lives in fear before God. Но как думают дети? But how do children think? Я исполняю слово, потому что я люблю Бога. I act out the word because Бог сказал, принесите десятины в дом Господень, чтобы в доме моем была пища. God says, bring in your tithes to the storehouse so that my home would Чтобы have моя food. Церковь не думала о том, как им рент платить. So that my church wouldn't think about how to pay their rent. Как реабилитацию оплачивать. How to pay for rehab. Кто понимает, о чем я говорю? И я это делаю не потому, что меня нагнуло слово, and I do this not because the word is forcing me to, а потому что я искренне люблю Бога. But because I sincerely love это мышление God. Сынов Божьих. And this is the way of thinking of a son. И мы взываем Ава, любимый, добрый папочка. And we scream out, Abba, my beloved, my favorite это daddy. Это не отец. It's not a father. Такой отец. A father. Почему Библия
передала нам это слово «Ава». Why did the Bible give us this word «Abba»? Потому что в иврите слово «Ава» — это самая высшая форма выражения любви к Отцу. Because in Hebrew, this is the biggest form of love that you can have towards your Father. Это значит, когда ты хочешь выразить все свои эмоции Богу. When you want to express all of your emotions to God. Или своему земному папе, or to your earthly father, которого ты любишь, that you love так сильно, so much. И ты говоришь «Ава». And you say «Абба». «Ава, папа». «Абба, father». «Ава, папочка». «Daddy». «Любимый папочка». «My favorite, beloved daddy». «Я так тебя люблю». «I love you so much». Это отношение сына. That is the relationship of a son. Это отношение дочери Божьей. The relationship of a daughter of God. И когда у нас отношение раба, мозги рабов, and when we have the mindset of a slave, мы думаем, что Бог это господин. We think that God is our master. Он Господь. He's our master. Да, Иисус. He's our Lord. Он Господь. Yes, Jesus is Lord. Но это не тот, который не сделал голова с плеч. But it's not the one that if you didn't do something, he chops your head off. Кто понимает, о чем я говорю? Who understands what I'm saying? И знаете, Бог сегодня говорит нам. And today God speaks to us. Еще до создания мира. Before the foundations of the world. Я не мечтал иметь рабов. He says I didn't dream about slaves. Он говорит, я мечтал иметь сыновей и дочерей. He says, I dreamed about having sons and daughters. Скажи аминь. Say amen. Бог говорит, я мечтал о тебе. God says, I dreamt about you. Я сотворил тебя в любви и из любви. I created you out of love and in love. Скажи, я любим Богом. Say the words, I am loved by God. Повернитесь друг к другу, скажи, Бог любит тебя. Look to one another and say, God loves you. Аминь. Amen. Третье запиши. Number three. Это сирота. It's сирота, orphan. Orphan. Сирота. Orphan. Такой, знаете, дух сироты. It's the spirit of orphans. Вы знаете, одна из главных проблем современного общества это безотцовщина. The biggest problem of the modern world is no fathers. There's no fathers. Когда дети, они не переживают близость со своими родителями. It's when children don't experience the closeness of their parents. Вы знаете, мы можем детям дать все. We can give our children everything. Деньги, дома, обеспечение. Money, houses, хорошие телефоны. Good phones. Но у них есть вариант вырасти несчастными, незащищенными от общества людей. But they can, they may grow up without the protection of почему society. Девочки начинают отдавать себя мальчикам в юном возрасте? Why do girls give themselves to guys at потому an что early они age? Хотят, чтобы мужчина их принимал. Because they want men to accept them. У них пустота внутри. They're empty on the inside. Потому что отцы далеки. Because their fathers are far away. Отцы не любят. Their fathers отцы don't дают. Love. The fathers give, но не дают эмоциональной близости с детьми. But they don't give them the closeness that they need. Послушай, самое большое, что ты можешь дать детям, the biggest thing that you could give your children, это эмоциональная близость с детьми. Is an emotional closeness, кто a connection. Понимает, о чем я говорю? Who understands what I'm saying? Потому что если мы эмоционально далеки, because if we're emotionally far away, то все, что ты делаешь, это будет бесполезно. Everything that you do is pointless. И Бог говорит, что Он, ну, Он не ищет, Он усыновил нас and себе. God says, I have adopted you into my family. Скажи, Бог меня усыновил. Say the words, God adopted me. Я был раньше сиротой. I was an orphan before. Вы знаете, я недавно разговаривал с человеком. I recently spoke to a person. И я говорю, я вырос без отца. And I said, I grew up without a father. Мой отец, мои родители развелись, когда мне было 10 лет. My parents were divorced when I was 10 years old. Все, что я помню о своем отце, это были негативные воспоминания. Everything I remember about my father is negative. Самый большой подарок, который отец подарил мне, это был волчок музыкальный. The biggest gift that my father gave me was a little musical box. Я никогда не переживал любовь отца в своей жизни. I never received the love of a father in my life. Я вырос сиротой. I grew up as a orphan. Да, у меня была мать. Yes, I had a которая mother. Которая любила меня. That loved me. Но не было отца. But I didn't have a father. И вы знаете, мне сложно было стать отцом. And it was hard for me to become a father. Почему? Why?
Я не видел это. I didn't see it in my life. Единственное, где я стал переживать отцовство, это мои взаимоотношения с Богом. The place where I started to experience a fatherhood was in my relationship with God. Когда я почувствовал, что у меня есть отец на небесах. When I felt that I had a heavenly father. Который любит меня. That loves me. Который поддерживает меня. That supports me. Который хлопает мне, когда никто не хлопает. That applauds to me when nobody else is clapping. Восхищается мной, когда никто не восхищается. That is happy with me when nobody's happy with me. Когда я прочитал Иисус, он погружался в воду, он посвящал себя Богу. When I was reading how Jesus was baptized when he was into the water. Написано, Отец с неба проговорил, ты сын мой возлюбленный. It says that the Father from heaven said, you are my beloved son. И мое благоволение в твоей жизни. And my favor is on your life. Ты любим мною, Иисус. You are loved by me, Jesus. А где Иосиф был в это время? And where was Joseph during this time? Где был его отец? Where was his earthly father? We don't know. Но небесный отец был с ним. But the heavenly father was with him. Вы слышите? Do you hear? Бог не хочет, чтобы у нас был этот сиротский дух. God doesn't want us to have the spirit of orphans. Как проявляется этот дух? And how is this shown? Мы чувствуем себя брошенными, оставленными. We feel like we're betrayed. We're left. Мы не доверяем. We don't trust. Когда в жизни женщины нет отца, when a woman doesn't have a father, что она life, чувствует? What does she feel? Что она переживает? What does she experience? Эмоциональные раны. Emotional scars. У нее нет защиты. She feels unprotected. И много проблем. And lots of problems. Но Бог говорит. But God says, Галатам 4 глава. Galatians chapter 4. Знаете, сироты всегда пытаются достичь все своими силами. Orphans always try to do everything in their strength by themselves. Все сам. Everything by themselves. Все сам. By myself. А Бог говорит, послушай, я, у тебя же есть отец, я помогу тебе. And God says, you have a father, I will help you. Приди ко мне. Come to me. Библия говорит, труждающиеся, обремененные. The Bible says, all those that are weary and tired. Потому что иногда дети живут в семье как сироты. Sometimes children live in the family as an orphan. У них есть папа, мама, но они чувствуют себя сиротами. They have a father and a mother, but they потому feel что like нет поддержки. Why? Because there's no нет благословения. There's no blessing. Просто так. Just почему дети должны заслужить твое благословение? Why should children earn your blessing? Кто формирует рабов в церкви? Who forms slaves in the church? Родители. The parents. Мы прививаем детям, если ты хочешь это, заслужить. We tell our children, if you want this, you have to earn it. Пойди помой туалет. Go wash the toilet. Помой полы. Go wash the floors. И тогда я тебе дам. And then I'll give it to you. Что формирует это? What forms this? Что я от Бога буду получать только тогда, когда я что-то делаю. That from God I will receive only when I do something. А как же безусловная любовь? But what about unconditional love? А как же ребенка научить, что Бог тебя любит, безусловная любовь? How do you teach your child that God loves you no matter what? Знаешь как? You know how? Хоть раз подари что-нибудь без причины. Give them something without a reason. Give them a gift just because. And say, I just love you. Вот так твои дети. And this is how your children будут учиться любить, вернее, принимать любовь отца. Will learn how to receive the love of the Father. Вы со мной? Are you with me? Понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Это очень важно. It's very important. Давайте не будем вот людьми, вот с этим духом сиротства. Let's not be people who have a spirit of orphanage. Вы должны заработать, выслужиться. You have to earn something. You have to get a reward. Выслужиться перед отцом. You have to do something before the Father. So that he could see me. Чтобы папа мне похлопал. So that my father would applaud me. Да просто хлопай своему ребенку. No, just applaud your child. Да просто скажи ему, что ты любишь его. Just because. Да просто скажи своей жене, я люблю тебя, любимая. Just because tell your wife that I love you. Не потому что она борщ классный приготовила. Not
приготовила, а просто потому, что она живет рядом с тобой, она выбрала тебя, она любит тебя. Да просто люби своего мужа. Да не потому, что он что-то делает для тебя, а потому, что он рядом с тобой, он любит тебя. Аминь. Два подарим Богу аплодисменты. Let's give the Lord a round of applause. Следующее давайте. А запишите здесь местописание Галатам 4:4-5. Galatians 4 and 4 and 5. Мы не будем уже это читать, дома прочитать. Read it at home. Следующее это изгой. Изгой. Это... Это люди, которые выпали из общества. These are people that fell out of society. People that fell out of society. То есть, которые выпали из общественной жизни. People that aren't members of the society anymore. Я не знаю, как изгой перевести. Outcast. Outcast, все правильно. Good job. Да, то есть изгои. These are outcasts. Знаете, вот есть изгои в жизни. There are outcasts in life. А знаете, как мыслят изгои? And you know how they think? Знаете, как они мыслят? You know how they think. Я в церкви никому не нужен. Nobody needs me in the church. Никому нету дела до меня. Nobody wants anything to do with me. Я прихожу в церковь, со мной никогда никто не поздоровается. I come to church and nobody ever says hello to me. Ты идешь на работу. You go to work. И тебе кажется, что всем наплевать на and тебя. It seems like nobody cares тебя about никто you. Не ценит. Nobody values никто you. Никто не восхищается твоими трудами. Nobody's impressed by your ты hard work. Ты чувствуешь себя изгоем. You feel like an outcast. Это чувство отверженности, которое укореняется в тебе. It's a feeling of rejection that you're rooted in. И тебе кажется, что Бог такой. And it seems like God is the same way. Когда ты помолился, it's when you pray, а Бог не ответил. But God didn't answer. У кого так было? Who's ever experienced ты помолился, that? Бог не ответил. You prayed and God didn't или, answer. Может быть, Он ответил, но ты просто не захотел Его слушать. Or maybe He did answer, but you didn't want to listen to Him. Да? И знаешь, ну иногда Бог молчит. And, but sometimes God is иногда silent. Бог не отвечает. Sometimes God doesn't answer. Но из-за того, что ты не уверен в Божьей любви. But because you're not ты превращаешься в изгой. Because you're not rooted in God's love, you turn into an outcast. Поселяется внутри нас. The spirit it dwells inside of us. И он говорит: "Все, Богу ты не нужен." And he tells you, God doesn't need you. Посмотри. Look. Ты 10 лет молишься. You're praying for 10 years now. И что? And what? И ничего. Nothing. Поэтому Бог говорит: "Послушай." And so God says, "Listen." Ты не должен быть изгоем. You shouldn't be an outcast. Ты не должен вот чувствовать это отверженность. You shouldn't feel rejection. Бог говорит, приди ко мне. God says, come to me. Я хочу быть близким к He тебе. He says, I want to be close to you. Помните, как Мемфисфей? Do you remember myth of Ashef? Вот он изгой. That was an outcast. Картина изгоя. This is a picture живет of an outcast. В далекой стране, одинокий. He lives in a far country. He's lonely. Проблемы в жизни. He's got problems in his life. Все оставили его. Everybody left him. Живет воспоминаниями. And he's living remembering things. Oh, my grandfather was a king. Ой, а как было вот. I remember how it used to be. А вот они все. But them, all of them. Козлы. Живут там хорошо. They're all living good now. Радуются. They're happy. Человек пришел в церковь. And the person comes to church. И думает о всех гадостях. And he thinks badly about everyone. Все не такие. Everyone's bad. Все плохие. Everyone's bad. Да, так бывает. Yes, it happens like that, my friend. Сплошь и рядом. Это чувство. This is a feeling. Это образ мышления. This is a way of thinking. И Бог говорит,
Я хочу излить на тебя свою любовь. And God says, I want to pour out my love on you. Но ты закрылся в этом состоянии. But you're closed off. You're in this condition. Бог стучится к тебе. God knocks on you. Раз одна сестра тебя подошла, обняла. One sister comes and hugs you. Потом, может быть, там брат пришел с тобой пообщался. A brother comes and talks to you. Раз кто-то благословил тебя. Somebody blesses you. Ты пришел, Господь слово тебе какое-то дал. You come, the Lord gives you a word. А человек продолжает сидеть замкнутым. И из-за того, что мы так живем, мы пропускаем это все мимо себя. And because we're living this way, we let these things pass us by. Библия говорит, and the Bible says, что Бог, Он так сильно нас любит. That God loves us so much. И как Давид послал за Мемфисофеем и говорит, эй, сядь за мой стол. And when David went to get Mephibosheth, he says, sit at my table. И сегодня Бог приглашает тебя за свой стол. And God today invites you to his table. Не, меня, наверное, не примут. No, they won't accept me. Наверное, на меня будут плохо смотреть. They probably will look bad at me. А что обо мне будут говорить? What are people going to say about me? Как люди так часто думают? This is how people often think. Я всегда говорю, не важно, что о тебе говорят. And I always say, it doesn't matter важно, what people say. Важно, как Бог думает о тебе. What matters is what God thinks а about us. А Он любит нас. And He loves us. И мы, Библия говорит, мы имеем свободный доступ к Нему. And the Bible says we are free to come to Him. Иисус уже все сделал на кресте. Jesus did everything on the cross already. Написано, завеса в храме, она разорвалась. It says that the curtain in the temple was ripped. Все, приходи, когда хочешь. Come to Him whenever you want. Ты вхож всегда. You could freely come to Him. Когда ты хороший и когда ты плохой. When you're bad and when you're good. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давай будем снимать себе эти образы. Let's take off these images. Следующее, я скоро буду заканчивать. The next one, I'm almost done. Это гордость. It's pride. Знаете, гордость старший брат. Pride is our older brother. В притче о блудном сыне, помните? In the Proverbs about the prodigal son. Что это за чувство? What is this feeling? О, я очень верный человек. I'm a very faithful person. Мои заслуги. I deserve this. Я десятину отдаю. I give my tithes. Я делаю это, то, I do все. That, I do this. И человек живет заслугами. And the person lives this и он way. Все время суетится. And he's always он все время что-то around. Делает. He's always trying потому to что do он something. Же верный. Oh, because I'm faithful. Я же правильный, я же хороший. I'm a good person. Что делают такие люди? What do these people do? Они всегда осуждают других. They always judge others. Они всегда видят тех, кто ничего не делает. They always see those that do nothing. Кто как бы сидит у ног Иисуса. Those that sit at the feet of Jesus. Они всегда судят. And they're always judging. Это дух. This is the spirit. Старшего брата. Of the older brother. Религиозный дух. It's a religious spirit. Я здесь самый правильный. I'm the most righteous in here. Никто здесь недостоин, как я. Nobody here is worthy like I am. Нет. No. Мы все достойны. All of us are worthy. Но только Мария могла наслаждаться любовью Божией. But Mary was able to enjoy the она love of God. Она могла наслаждаться Божьим присутствием. She was able to experience the presence of God. А гордый брат. But the proud brother. Всегда много делал. Always did a lot. Но забыл, что такое любовь Божья. But he forgot the love of God. Все на автомате. Everything was automatic. Знаете, все вот по накатанной. Everything is regular. Это когда, знаете, жизнь с Богом без Бога. It's a life of a godly life without God. Как бы в доме отца, но без отца. It's like you're in the house of the Father, but without the Father. Бог говорит, не, сынок. And God says, no, my son. Felix, мне не нужны твои дела. Felix, I don't need your works. Мне нужен ты. I need you.
Мне не нужно то, что ты делаешь. Мне нужен ты как личность. Мне нужна близость с тобой. I need a closeness. Мы иногда думаем, что Богу от нас что-то надо. Sometimes we think that God wants something from us. А Богу ничего от нас не надо. God doesn't need anything from you. Богу нужны наши сердца. God needs our heart. Наша привязанность к Нему. Our connection. Наша любовь к Нему. Our love towards Him. Who understands what I'm saying? Давай следующее запиши. The next thing, write down. Если ты записываешь. If you're writing down. Это раны. It's scars. Wounds. Что еще это за образ мышления? Раны. It's a way of thinking. Когда it's люди раненые в церкви. When people were wounded in the church. Когда люди говорят, я не могу больше никому доверять. When people say, I can't trust anyone anymore. Почему люди ранят? Кто людей ранит? Who scars people? Люди. People. Люди ранят других людей. People scar other people. И это проблема. And this is a problem. Мы не должны быть ранеными. We shouldn't be wounded. Скажи аминь. Say amen. Давайте мы встанем. Let's stand. Я буду заканчивать. I'm gonna finish. Знаете, раненые люди, wounded people, они всегда переживают боль. They're always experiencing pain. Когда ты им говоришь, я люблю тебя, when you tell them I love you, они в это не верят. They don't believe it. Они не хотят в это верить. They don't want to believe. Потому что их опыт. Because their experience. Он говорит, а помнишь? It tells them, do you remember? А ты помнишь свои прошлые отношения? Do you remember your last relationship? А ты помнишь, как тебя обидел тот брат? Do you remember how that brother acted towards you? А ты помнишь, как поступил с тобой вот тот пастор? Do you remember how that pastor acted towards you? Теперь все пасторы не такие. And now all pastors are bad. А ты помнишь, что вот там в той церкви произошло с тобой? Do you remember what happened to you in that church? И теперь раненые люди, они думают, что все церкви такие. And now people who are wounded, they think all churches are the same. Нет плохой страны. And I say, there's no bad country. Есть плохие люди. There's bad people. Кто понимает? Who understands this? Как ведут себя раненые люди? How do people who are scarred or wounded act? Они пытаются act? Ранить других. They try to scar other people. Меня укусили, я укушу. I was bitten and I'm gonna bite. Обо мне плохо сказали, я грязью оболью. They said something bad about me, I'm gonna talk trash. Это about образ them. Мышления. And this is a way of thinking. Очень часто люди, они не могут принять любовь от Бога. And very often people can't receive не могут принять исцеление. They can't receive healing. Только потому, что они зациклены на своих ранах. Because they focus on their wounds. И Бог говорит, я пролил свою кровь, чтобы раны твои исцелить. And God says, I have poured out my Скажи blood аминь. In order to heal your Бог wounds. Говорит, я возлюбил тебя. God says, I have loved Написано, you. Издали явился мне Господь. He says, from afar, God И сказал, came любовью to me. Вечно я возлюбил And he says, тебя. I have loved you with an eternal И поэтому love. Простер к тебе благоволение. And that's why I reached out my favor Бог toward любит you. Нас. God loves Он благоволит us. К нам. He favors us. Скажи аминь. Say amen. И последнее, это самокритичность. The last thing is the most critical thing. Это еще один образ мышления. It's another way of thinking. Когда мы слишком много критикуем самих себя. When we criticize ourselves often, Бог too much. Бог тебя не критикует. God doesn't criticize you. Ты слышишь меня? Do you hear? Он не критикует. He doesn't criticize. Он не ищет повода, чтобы тебя обвинить. He doesn't look for a reason to judge you or blame you. Ты слышишь? Он не ищет, он не выискивает в тебе. He doesn't search in you. Татьяна, ты недостаточно свята. Oh, Татьяна, you're not holy enough. О, Денис, а ты что-то недостаточно служишь. Dennis, you don't serve enough. Или когда ты сам себя критикуешь. О, я не такой, каким должен быть. Oh, что это делает с тобой? What does that do to Отдаляет тебя от любви Отца. It furthers you away тебе from кажется, the love что это Father. Бог. You think that тебе it's кажется, God. Что это Господь тебя обвиняет. You think it's Он God сыпет на blaming тебя, you, judging you, and he's pouring it out on you. А Бог говорит, сынок, я люблю тебя. And God says, son, I love Кто you. Сказал тебе, что ты наг? Who told you that you're Кто naked? Обманул тебя? Who lied что это to you? Я обвиняю Who lied тебя? To you and said что that это it's я me критикую you. Тебя? It's me criticizing я сына своего отдал на крест, I gave my son on the чтобы cross. Разобраться с твоими грехами, In order to take away your sins. Чтобы омыть твои грехи своей любовью, to благодатью. Your sins with my love, with а grace. Ты продолжаешь обвинять себя. And you continue on blaming Прими yourself. Мою любовь.
и ходи в моей любви. Живи в моей любви. Live in my love. И сменяйся не потому, что я тебе так сказал, а потому что ты любишь меня. But because и ты хочешь быть похожим на меня. And you wanna be like Иисус, me. Я хочу подражать тебе. Jesus, I wanna be in your image. Почему люди в Евангелии изменялись, друзья? Why did people in the Gospels change? Почему они изменялись? Why did they change? Не потому, что Иисус сказал, ты грешник, в ад пойдешь. Not because Jesus said you're a sinner, you're going to hell. А потому что Иисус сделал для них то, что другие не хотели делать. But because Jesus did something for them that others didn't do. Он общался с ними. He spoke to them. Он любил их. He loved them. Люди на него смотрели. People looked at him. Он друг мытарям, грешникам. And he says, listen, he's the friend of tax collectors and sinners. Кто понимает? Who understands? Поэтому Бог говорит, послушай, прими мою любовь. And so God says, receive my love. Библия говорит, 1 Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Чтобы нам называться. That we may be called. И быть. That we may be. Не просто называться. Not just be called. Быть. But be. Быть по сути детьми. Be in nature children. Ты слышишь? Do you hear? Быть его любимым детем. Be his beloved child. Это любовь отца. This is the love of the father. Бог любит тебя. God loves you. Он очень сильно тебя любит. He really, really loves you. Библия говорит, он сына своего не пощадил, как не дарует тебе все. The Bible says he gave his son. Why wouldn't he give you anything else? Осознай эту любовь. And you have to consciously understand and receive this love. И чем больше ты будешь ее принимать, and the more you receive it, ты будешь способен любить себя. You'll be able to love yourself. Прощать себе свое несовершенство. To forgive your imperfections. Хочешь, я тебе кое-что скажу? Do you want me to tell you something? Ты никогда не будешь идеальным. You're never gonna be ideal. Ты всегда будешь в чем-то не дотягивать. You will always fail at some things. Потому что ты человек. Because you are a person. Но изменяйся. But you have to change. Возрастай. You have to grow. Аминь. Amen. Давайте мы будем молиться сейчас. And we're gonna pray right now. Ваня. Аллилуйя. Знаешь, может быть, то, о чем я сегодня говорил. And maybe what I was saying today. Может быть, ты в чем-то увидел себя. Maybe you saw yourself in something. Я не знаю. I don't know. Но ты знаешь. But you know. Я предлагаю тебе просто помолиться сегодня. And I wanna pray with you. Ты можешь сказать что-то Богу сегодня. You could say something to God. Сказать, Бог, это есть во мне. You could say, yes, God, I have this. Но я знаю, что ты любишь меня. But I know that you love me. Таким, какой я есть. The way that I am. Не за что-то. Not for something. Не потому что. Not because of something. А безусловной любовью. But unconditional love. Отец, мы благодарны тебе. Father, we thank you. За то, что ты так возлюбил нас. That you loved us so much. И слово говорит, что ты возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. And your word says that you loved us when we were still sinners. Мы знаем, что ты любил нас прежде создания мира. We know that you loved us before the foundation of the earth. Ты любил нас, ты создал нас из любви. You loved us, you created us in love. Ты создал нас, потому что ты так любил. You created us because you loved so much. You dreamed about us. Ты мечтал, чтобы мы общались с тобой. You dreamed of us having a relationship with you. For us to be close to you. Ты есть Бог, любовь и взаимоотношения. You are God who's love and relationship. Ты не просто нас любишь. You don't just love us. Ты хочешь иметь близость с нами. You want to be close это to любовь, us. And this love, this relationship, когда мы можем приходить к тебе в тайне, when we can come to you in когда secret, мы можем наслаждаться тобой, when we can enjoy you. Но сегодня, Господь, but today, Lord, мы видим, что так много вещей, которые разрушают эту близость we с тобой. See there's so many things это that какие-то destroy образы, this closeness, this images. Какие-то штаммы в нашей голове. It's things that we have in our прости head. Нас. Forgive us.
Когда мы чувствовали себя как блудные дети. When we felt like prodigal children. Когда мы не чувствовали себя достойными. When we didn't feel worthy. Мы принимаем сегодня твою любовь. Today we receive your love. Ты сделал нас достойными тебя. You allowed us to become worthy. Кровь Иисуса сделала нас достойными. The blood of Jesus allowed us to become worthy of your kingdom. Worthy of your children. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Разрушит мышление. Destroy the mentality of a slave. Чтобы мы думали, что мы можем выслужиться перед тобой. That we stop thinking that we need to earn you. Destroy this image in our life. Отец, я молю тебя, разрушь это сиротство. Father, I pray that you destroy orphanage. Чувство, что мы никому не нужны. The feeling that we're not needed. Дай нам понимание. Give us the understanding. Open it up to us, Holy Spirit. Что мы любимы тобой. That we are loved by you. Что ты так сильно нас любишь. That you love us so much. И мы называем тебя сегодня. And today we call you. Абба Отче. Abba Father. Любимый папа. Our beloved Father. Мы любим тебя. We love you. Спасибо, что усыновил нас. Thank you that you adopted us. И мы законные дети твои. And we are your children. Помоги нам не быть изгоями. Help us not be outcasts. Не жить вдали от общества Господня. Not to live far away from the society of godly people. Но быть в церкви. But to be in the church. Быть частью Божьего народа. To be a part of God's people. Быть активным человеком. To be a productive person. Помоги не быть гордыми. Help us not be proud. Не гордиться. Not to be proud. Потому что любовь, она не гордится. Because love is not proud. Не превозносится. It doesn't exalt itself. Не осуждает других. It doesn't judge others. Помоги нам не критиковать. Help us not criticize. Не жить прошлыми ранами. Not to live by past wounds. И не ранить других. And not to wound other people. Из-за своих собственных обид. Because of our personal offenses. Исцели сегодня сердца. Heal hearts today. Помоги нам не быть слишком критичными. Help us not criticize ourselves. Но верить. But believe. Что твоя кровь, она омыла нас. That your blood cleansed us. И навсегда. And forever. Сделала нас совершенными. Allowed us to become perfect. Ты сделал нас совершенными. You allowed us to become perfect. Ты смотришь на нас как на совершенных. You look at us as perfect children. Спасибо тебе. Thank you. За то, что твое благоволение в нас. That your favor. Твоя любовь в нас. Your love. И доказательство этому всему. And you proved all of this. Это кровь Иисуса. By the blood of Jesus. Это жертва Иисуса на кресте. It's the sacrifice of Jesus on the cross. И мы помним все, что ты сделал для нас. We remember everything you did for us, Jesus. Мы не хотим пренебрегать твоей жертвой. We don't want to take your sacrifice for granted. Мы не хотим жить так, как будто бы ты ничего не сделал для нас. We don't want to live like you didn't do anything for us. Положи сейчас свою руку на сердце. Place your hand on your heart right now. И скажи: Иисус, я принимаю. And say, Jesus, I receive you. Любовь Отца. I receive the love of the Father. Pour it out onto me. Пусть всякие оковы они падут. May all the shackles be broken. May all pain leave. May all captivity leave in the name of Jesus. Help me experience the love of God in the name of Jesus Christ. Thank you. I believe, Jesus, that you died for me and resurrected so that I could live a renewed life. And today I receive this renewal right now. When we take Holy Communion, we take this renewal in Christ Jesus. A renewed relationship with the Holy Spirit. Обновленное отношение с Отцом. A renewed relationship with the Father. Иисус. Jesus. Спасибо тебе. Thank you. Во имя Отца и Сына Святого. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Весь Божий народ скажет. And all of God's people said Amen. Бог ты был.
We bless you. Да будет имя Твое благословено. May your name be blessed. В каждом дне моей жизни. Every day of my life. Когда я встаю. When I stand. И когда я ложусь. And when I lay down. Когда я иду. When I go. Помоги мне, Господь. Help me, Lord. Всегда переживай Твою любовь. Always experience Your love. Твою близость. Your closeness. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Слава Тебе. We praise You. Отец, Сын и Дух Святой. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Весь Божий народ скажет аминь. And all of God's people said amen. Аминь.